Хотел крутой пылесос, а не хватает денег? Не беда. Даже сегодня можно взять нормального робота до 200 баксов. Могу предложить 7 вариантов в порядке возрастания крутизны. Седьмое место. Американский Румба 698 с двумя трубощетками и распознаванием грязных мест. Робот сам найдет загрязненный участок и будет его пылесосить, пока не добьется идеального результата. Шестое место. Миниатюрный Сайбовак Е30. Он легко проскальзывает между ножками стула, заезжает под шкаф и кровать, а сосет так, что может сорвать плитку. 2200 паскалей. Пятое место. Симпатяга Рабовак G10. Он радует не только стильным дизайном, но и богатой комплектацией. Представьте, в коробке есть даже хомуты, чтобы стянуть лежащие на полу провода. Четвертое место. Функциональный 360C50. Робот поставляется с большим отдельным баком вместимостью 300 мл. Хватит, чтобы чтобы с одного запуска вымыть всю квартиру. Хочешь узнать, какие модели заняли первые места, переходи по ссылке.